Кря. Всем добра, дорогие друзья, с вами Винди. Сегодня мы снова поиграем в игру под названием «Рикошет убивает». Это, короче, хорорец. Ой, что ты хорорец? Какой хорорец? Это не хорорец. Игрулина, короче, в которой мы должны всех убивать при помощи пуль. У нас есть рикошет, у нас есть несколько пуль, у нас есть, допустим, 3 пули, и мы должны всех поубивать за эти 3 пули. И, насколько я понял, это должно быть тяжело. То есть, по идее, потом будет тяжелее попадать по ним всем. Ого. Вот это был сейчас идеальный выстрел, я это знаю наверняка. Я думаю, кстати, что мне, как мастеру игр в таких играх, вообще не достает это. Ладно, достает, правда. А, нет, пуль у меня дофига. Хорош, конечно. Так, окей, в общем, мне нужно убивать их всех так, чтобы нажимать одну кнопку. Это вот раз. Это убиваю вот этих, это замечательно, вот это то, что надо. Значит, дальше я убиваю вот этого и убиваю этих двоих. Вот этого я также убиваю. Бам-бам-бам. Ага, я понял, и не убиваю вас. Ладно, в любом случае у меня достаточно еще пуль. Я могу их обоих убить. Так, мне надо немножко вот так вот. Не, мне надо тогда вот так вот. Все, хорош, я все понял, смотри. Раз, даже не смотрю. Два. Ладно, мимо. Как я так в первый раз хорошо их убил? Я убил и тех, и тех, и вот этого убил, и вот этих я убил. Как я это провернул? Я как-то, короче говоря, все просчитал так, что это прям вообще обалдеть. Так, ладно, давай. Мы сделаем, короче, вот так вот и все. Ну, типа... Ёб твою мать, это не так просто, как я думал. Так, ладно, я стреляю по тебе. Бам-бам. Вот, хорош, это я вас убил, нормально. Так, теперь вас двоих я убиваю просто вот так вот. А вас я как убиваю? А тебя я как убиваю? Тебя я убиваю, наверное, вот так вот. Да, наверное, я должен пил-пил. Он должен пил-пил и вот в этих прилететь. То есть где-то вот так вот. Идеальнейше. Теперь у меня есть 4 пули. Значит, вот с этим я расправляюсь вот так вот. Ты что стоишь, дебил? Ты что там живой вообще? Насрать. У меня 2 пули еще есть. Я могу вас, и могу тебя, и все. Хорошо. Это 2-й уровень только. А ну что, потом станет сложнее? Ого. 1, 2, 3, 4, 5. 5 отлетов, походу, у нас есть, да? Ну, то есть я стреляю по вам. И себе в голову прилетает. Слушай, а теперь вот этот, кстати, одостав... А, я понял. Я понял, короче, как она работает. Она летит 5 раз. Вот оно как. То есть 5 раз. И вот у меня как раз 2 пули на обоих вас. Найс. Я, конечно, без звездочек прохожу, но типа начхать, вообще плевать. Значит, вот этот идеальный выстрел нужно вот так вот. Я убиваю всех. Ёб твою мать, вот это было замечательно. Так, вот это там, 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 там. А ты что стоишь там, самый особенный, что ли? Вас убиваем. Я просто идеальный выстрел сейчас подбираю. Так, вот этот мне нужно вот так вот. Ну вот с этими труднее. Тут мне как-нибудь бы убить обоих сразу. Закончу на 1 звездочку. Тоже нормально, тоже неплохо. Значит, тут ребята стоят на кораблях, на бочках, на сундуках. Ага. Не-не-не, подожди. Это вот этим я должен убить вот этого, наверное. А-а-а. Оно, короче, когда влетает в коробки, это все, это конец. Ага. У. Нихуя. Да ну нет. Да ну нет. Да ну нет. Это все было так идеально сейчас, что я просто удивился. Не, подожди. Как я это сделал тогда? Вот. Обоих сразу. Так, теперь вот это вот делаем. Сразу 2 их. А я могу, кстати, по коробкам, наверное, выстрелить, да? И в него они прилетят. Да в смысле? Хорош. Мы вот этих 2 их легко убиваем. Это вообще не проблема. Вот от этого отлетает на... А ты... А почему ты его не убил? Так, ну вот этот, короче, умирает в любом случае. Вот, нормально. Этих я убил, хорошо. А вот этот почему не упал, тоже должен упасть. Так, ну вы довольно легкие. И вас я вот так вот просто. Бам. И все. На 3 звездочки 1 уровень я прошел. Правой кнопкой я могу что-то менять. Что это такое? Ты, короче, стреляешь... Это, наверное, типа для расчетов, да? Это вы что, типа считаете, что я буду здесь считать все? То есть оно отлетает вот отсюда, а оно отлетает вот сюда, да, наверное, типа вот так вот? А, это, наверное, я... я понял. Это, короче, я могу запомнить, куда я стрелял, если я хочу... Да ну так неинтересно, зачем запоминать? Не, запоминать это для слабых, смотри. Вот так вот стреляем просто. Не-не-не, вот так вот стреляем просто. И всех убиваем. Кстати, вот это был хороший выстрел сейчас.
чё коробки-то не упали? Так, не, подожди, подожди, подожди. Вот коробки упадут, если это будет очень хорошо. Блин, жалко, что я не записал. Жалко, что я не записал, как я по ним попал сейчас. Я вот так как-то выстрелил, короче. О, это было хорошо. С вами я, короче, разберусь вот так вот. С вами вообще не беда. С вами я разберусь вот так вот. А в смысле ты живой, дядь? А тебе нормально там, нет? Ну а в тебя я уроню. Ну я мог бы закончить сейчас на больше этих звездочек, но я не хочу. Значит, ребята стоят наверху, но это не проблема, по идее. Вот такой вот выстрел решит только одного из них, ладно. Это неплохой, кстати, выстрел был, но недостаточно хороший. Вот так вот. Мое уважение. Так, вот это вот я убиваю тебя. И как раз все падает. Кстати, а вообще-то вот на этого я бы мог вот этим уронить. Ну ладно. Вас убиваю. А тебя я как убью? А я знаю, как я тебя... Подожди, а как я его убью? Наверное, надо, чтобы прилетела на него коробка. Еба, вот это трудно. Слушай, вот это прям очень трудно. То есть коробка должна долететь по нему. Так, подожди, подожди, подожди. Это что-то слишком сложно. Математика, математика. Сейчас геометрия. Поехали. Оп, хорош. Нам нужно каким-то образом на него уронить вот это. Big fucking brain. Не, ну вот это вот очень сложно, кстати, было. Так, значит, вот так. Раз, два, не-не-не, вот так вот. Поехали, хорош, готовы сразу двое. Нормально, самый лучший убийца. Так, теперь вас. Ну с этими тремя вот так вот просто, это нормально. Вот с вами. Значит, смотри, как мы действуем, вот так вот. Геометрия мой второй язык. А тебя я просто вот так вот. А в смысле нет? Вот. Ну надо было выставить немножечко выше, но я получил больше звездочек. Притворимся, что у меня больше звездочек, потому что я их явно заслужил. Так, вот теперь вот этими коробками можно их, конечно, уронить. Блин, вот это жестко, кстати, становится. Но не для меня. Окей, значит, давай дальше думать. Дальше думать мне не хочется, поэтому я сделаю вот так. Ага, хорошо. Я просто вот так вот стреляю, убиваю двоих. Нет, я вот так вот стреляю, убиваю всех. Вот сюда стреляем дальше. Ага, вот чуть-чуть пониже, если выстрелить, по идее, я убиваю всех. Да-да-да-да-да, смотри, стреляем раз, стреляем два. Это сейчас ты куда вообще не туда полетел? Раз, два, три. И вот этот, кстати, тоже почти умер, ты видел? Так, значит, вот что с вами делать? Ну, с вами, наверное, надо вот так вот. Нет, с вами надо вот так вот, значит. Ага, вот сюда стрелять. Так, а теперь что вот делать вот с этим молодым человеком? Мне нужно как-нибудь, чтобы оно прилетело прям к нему. Вот это вот самый сложный чувак, я вообще не знаю, что с ним делать. Потому что чё б я не стрелял, куда б я не стрелял, оно не прилетает к него. Так, ладно, давай мы попробуем, знаешь как? Просто пульнем сюда. Нет, пульнем сюда. Да-да-да, смотри, пуляем раз. И пуляем два. Нет. Блин, я думал, возможно, я могу просто коробками его уронить как-нибудь. Давай, давай, давай. Yes! Бам. Бам. И бам. Уу! Блин, вот с этим было очень трудно сейчас, слушай. Так, вот с этими разобрались нормальненько. С этим сейчас. Вот с этим вот надо как-нибудь разобраться иначе. Блин, это сложно. Так, вот это вот. Мы стреляем сюда, этих убиваем. Значит, дальше мы стреляем. Нет, не сюда. Дальше мы стреляем, наверное, вот сюда вот. Да, вот сюда стреляем. Значит, стреляем сюда раз. Стреляем сюда два. Готовы вот эти вот ребята. Так, теперь что насчет вас? Как с вами разобраться? Как этот компот разрыхлить? Должно прилететь к ним в конце. Ой, вот это, кстати, неплохо. Я думаю, в этом есть правда. Потому что вот я когда стреляю, оно примерно попадает. А если я сюда выстрелю? Сюда. Сюда. Нет, сюда. Подожди, подожди, подожди. Не кричи, не кричи, не кричи. Ну, нормально, я их почти убиваю всех. Я просто стреляю сюда дальше. Я просто стреляю сюда дальше. А, я стреляю вот сюда. Так, вот этих я всех убил. Тебя я просто пульну одной пулей и все. Что мне с вами делать, ребят? Вообще легчайше. А вас двоих одной пулей вот так. Две звездочки. Но я тут мог бы на три, кстати. Блин, залипушная игра. Залипушная игра такая. Бам. Готово этих двоих. Не-не, подожди, 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 подожди. Ну, кстати, вот это может быть. Вот это может... Ой, хорошо, да как? Ну типа с вами разобраться вообще не проблема. Эти все умирают сами по себе, вообще забей. Вот как вот с этими мне справиться? Ага, я понял. На вас падает вот это. В смысле нет? Ты что, дурак? Я понял, короче, все работает не совсем правильно. Не совсем так, как я предполагал, но в принципе пойдет. Мне нужно просто вот этих вот поубивать.
А почему нет-то? Опа-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 па. Ну мое уважение. Все готовы. Легко. Тут я еще две звездочки получил. А сколько тогда на три надо? Значит, я вот так вот стреляю, если то вот эти умирают, а вот это стоит. Козел, а. Вот козел. Не, подожди. Вот тебя мне по-любому надо убивать ударом назад. Его мне надо убивать ударом назад, потому что никак иначе. Ладно, пока не с этих начнем. Давай начнем пока вот с этих вот. С этими. Ага. Я понял. Значит, вот этих мне надо убивать вот так вот. Да в смысле? Да куда? Да как? Ну допустим. Это, конечно, не идеально, но допустим. Нет, смотри, вот это вот мне надо вот так вот как-то. Блин, это реально сейчас трудно. Так, а если вот так вот сделать? Не, подожди, вот это. А вот так вот. Как это должно быть вообще? О, кстати, я вот этим вот убиваю вот этого сразу. Вот этих двоих убиваю. Вот этим я убью тех, это, конечно, не беда, вообще не проблема. А если я вот так вот... Да кто там этих коробок понаебенил? Как мне вообще убить того, кто вдалеке? В принципе, как его убить? А-а-а. Нихера себе! Походу вот сюда вот надо стрелять, это прям решение всех моих проблем. Да ну давай, да роняй, я тебе говорю. Да роняй, да вот зачем ты его убил? Чем он тебе не понравился? Что он тебе сделал? Вот так вот. Хорош, да ну нет, тебе вообще не надо умирать. Ладно, пойдет, допустим. Бля. Слушай, вот сейчас уровень даже труднопроходимый в принципе. То есть, я даже если знаю, как его пройти, я не знаю, как его пройти. Как я его вообще убивал? А, вот как я его убивал, хорошо. Это он готов. Этих я двоих убил, окей. Этих двоих, допустим, вот так вот, да. Допустим, вот этих вот, допустим, вот так вот. А вот с этими как? О-о-о, я понял. Так, а теперь как с тобой быть? Не-не-не, как с тобой быть? Смотри, если я сделаю вот так вот, оно убивает. Я понял. Вот это вот оно. Пам-пам-пам. Найс. Так, теперь сюда. Мы убиваем всех. Ой, как хорошо-то, а. И вас. Ну вот, наверное, как-то вот можно вот выстрелить так, короче, чтобы они все тоже умерли. Чтобы вот эти вот все челики умерли. Это должно быть какое-нибудь неожиданное место, скорее всего. Потому что вот как-то оно прилетит вот так вот, скорее всего, по рикошетам, вот этим вот по математике, по синусам, косинусам, тангенсам, котангенсам. Оно к ним как залетит, так и убьет. Так, а если вот так вот? Ага! Смотри, просто роняешь бочку и все. Не-не-не. Просто роняешь как... Да подожди. Вот, вот так вот они умирают. Хорошо. Это раз. Это два. Всех убил, хорошо. Так, это три. Ну и с тобой просто. Ой, вот это был трудный вот сейчас вообще раунд. Неожиданно для меня. Так, ну вот это вот не трудно, мне кажется, должно быть. Это раз, два. Это на всех все уронили. Хо-хо-хо! Ого. Коробки есть уже. Ой, бочки есть. Не, подожди, подожди. Это надо по-любому в бочку попасть. Не, ну я, кстати, и так их убиваю неплохо. Бам, готовы. Так, а вот что теперь? Бам, готовы. Да ну в смысле? Ага, я понял. Готовы. Готовы. Вот здесь куда-то, да, стрелял? Блин, ну ладно, нормально. Блин, да ладно. Одна звезда тоже звезда. Ну ладно, я, наверное, на этом закончу, а то я что-то залит. Я не знаю, понравится вам или нет. Напишите в комментариях, внезапно хотите ли вы продолжение. Она довольно забавная, не сказать, что она прям, типа, такая, ох, очень горячая. Но больше, знаешь, такая, именно больше забавная. И больше залипушная, ну, по крайней мере, для меня. Не знаю, как она для просмотра. Я надеюсь, тебе понравилось. Ого. Напиши в комментариях, как тебе она и нужно ли продолжать. А мы увидимся с тобой уже в следующих сериях. И да, пока на этом все. Всем покедова и берегитесь пистолетов, потому что, как видишь, пистолеты приносят тебе беду. Угу. Пока, до скорого, удачи.